Morning Grammar. Good morning, Morning Grammar. Бегущий по лезвию. 2049. Поющие в терновнике. Щенящий патруль. Ну тут вы переборщили, Виталий, конечно. То есть получается ущ-ющ в русском. Ащ-ящ в русском. А это инг в английском? Это то же самое, что инг в английском. Зачем вы повторяете? И вот мы вернулись к той теме, о которой не говорили во втором ролике. Да. Например. Я есть бегущий. I am running. Я есть поющий. I am singing. Я есть сидящий. Я есть щенящий, вы хотели сказать. Ну, щенящий здесь не подойдет, извините. I am sitting. А я не есть сидящий. I am not sitting. А ты сидишь? Are you sitting? Ага. Bye-bye. See you soon.